Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре линейный лазерный уровень от фирмы Robert Bosch. Давно не мечтал, скажу честно, до этого пользовался вот такими вот вещами. Хороший, надежный уровень, но совсем недавно он мне чуть не разбил голову. Вот так вот. Монтировал я детскую комнату, вешал шкафчики, чуть не остался инвалидом, потому что штука реально тяжелая. Во многих случаях она, конечно, удобная и полезная, и много я и по сварке и пользовался, и ворота делал себе, живу в частном доме. Но при этом техника шагнула довольно далеко уже, поэтому, ребята, давайте идти в ногу со временем. При этом не обязательно быть профессиональным строителем, она вполне пригодится и для монтажа мебели домашней, для обычного домашнего ремонта, даже подцепить те же карнизы, вполне эта штука сгодится. Давайте посмотрим. Еще будет одно видео более подробное, я там вам расскажу уже более красиво, как это все делается, для чего оно, что оно. Ну, давайте посмотрим комплектацию. Как я уже сказал, это самое полное. Внимательно отслеживайте артикул, потому что может быть комплектация более скромная. Здесь у нас максимально. Чего стоит только чемоданчик приятный. Но чем мне нравятся немцы, вот даже вот смотрите, вот ручечки, да? Они не из пластика, они кое-как с прорезиненными, видите, они мягкие. Знаете, для чего это сделано? Что при каждом открывании... И открывание, и закрывание, оно не сломалось. Вот вроде бы мелочь, но мелочь продуманная, да? Естественно, противоударный пластик. Итак, открываем и смотрим, что у нас здесь есть. Полный комплект, даже положили батареечки. То есть, купили, открыли, собрали и работаем. Инструкция есть, гарантия 3 года. Все четко. Подписи, штампы, все как положено. Все дела, в общем. Итак, смотрим комплектацию. Конечно, сам прибор. Вот такая вот симпатяга. Довольно простой в управлении. В чем прикол именно этого прибора? Он работает на 360 градусов по горизонтали. То есть луч, который идет по всей комнате. Если поставить ее посредине комнаты, да, будет все это дело вам, например, те же розетки сделать. И один луч идет по вертикали. Очень удобно. То есть получается у нас крест с одной стороны, а с другой стороны у нас полностью на 360 по всей комнате идет лазерный луч. Давайте я вам покажу модель, чтобы было понятно со всех сторон. Дальше идет магнитное крепление, тоже очень удобная штука. Во-первых, не сказал, да, самое главное, идет у нас под штатив, либо под крепление на 1,4 у нас под болтик. Сзади два магнита, подцепили сам уровень, да. К любой металлической поверхности, любой уголок, не знаю. Второе крепление сочетается с первым. Примагнители. Здесь есть такой вот зацеп, называется потолочный. Так вот он работает. Очень жесткое, держит хорошо. Далее у нас идет лазерная марка или пассивная мишень. Очень сильно выручает при плохой видимости. То есть можно посмотреть на лучик, если там яркое солнце, либо что-то там вам мешает. Эта же система работает с красными очками. То есть есть специальные очки. Ну, очки это уже доп. Опция, то есть можно докупить их отдельно. Одеваем очочки, либо выставляем эту мишень, и мы видим луч гораздо ярче, чем он есть на самом деле. Давайте остановимся подробнее на самом приборе, проверим его. У нас есть 4 батареечки. Вставляем батарейки. Закрываем крышку и включаем прибор. Заработало. Маятник работает только на 4 градуса в сторону, в любую, видите, я его клоню, он выключается, загорается. При этом предупреждение о том, что прибор стоит неровно. Поставьте его более-менее ровно, и он сам себя выставляет. Работает на 360 горизонтально, мы видим, то есть по кругу идет. И один лучик у нас вертикальный. Получается такой крестик небольшой. Все просто, понятно. Есть несколько вариантов. Можно просто оставить горизонталь, можно просто поставить вертикаль, можно поставить и горизонталь, и вертикаль. И теперь у нас получается крест. Закрываем, все. Маятник у нас стал в положение, он уже не шатается, видите? То есть мы его заперли. Походное положение, так сказать. Как только мы его включаем, маятник начинает ходить. Еще раз показываю. Выключили, маятник не шевелится. Включаем. Видите, маятник заработал. Оп, включился. То есть более-менее его ровно поставил, он тут же включился. Сейчас сверху светит 3 очень мощных прожектора, да? Но при этом посмотрите, насколько классно видно луч. Такие вот, ребята, дела. Отличная штука, все работает. Отличная гарантия, бесплатная доставка. Ребята, покупайте все в хороших проверенных магазинах. В данном случае это Водоспад. Очень скоро на этот же прибор выйдет подробное видео. На этом все. Всего доброго, до свидания. До скорых встреч.